Сказал жене. Пока. До следующей пятницы. На пятницу тело Берта уже лежало в простой могиле Новосибирского кладбища на острове Тайпа. А произошло следующее. Во время сборки оборудования неожиданно загорелся радиопередатчик. И пытаясь добраться до центрального объекта щита, чтобы обесточить систему, Берт уткнулся и упал на высоковольтный кабель. Но, как сказала его жена, он упал в руки спасителя. Повествуя о последнем путешествии домой Берда, его жена Энджи написала: «За годы, прожитые вместе, я часто оставалась дома одна с детьми, никогда не зная, в каком состоянии он вернется домой, и вернется ли вообще. Я убеждена, что когда кто-либо делает что-то по воле Божьей, нет таких ситуаций, как опасность или безопасность. В время времени Берд был близок к смерти, и назвал мне два их прекрасных дня. Именно поэтому я была уверена, что его смерть – это не несчастный случай. Это была плана нашего отца. Апостол Павел говорил об этом ясно. Желаю лучше выйти из тела и водвориться о Божьем. А для вас полезное чтение на сегодня. Послание к Тимофею, 1 глава. И важное наблюдение. Берт фон Миллер был известен как очень талантливый человек. Несколько одиноких, но совершивший многое ради Господа, потому что считал, что все, что он имел, принадлежит Отцу. Заканчиваем вещание на частоте 11650 кГц. Слушайте нас завтра с 19:00 по московскому времени и пишите нам 190-300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Заходите на наш сайт www.radioteos.ru.